Стивен Спилберг представляет. Фильм Роберта Земекиса. Суббота, 26 октября 1985 года. Очень громко. Ты как будто меня неделю не видел. Эллен, так оно и было. Ну ты что, все в порядке? Так а программа «Время» кончилось, да. Что ли? 21:29 еще время. Да. Более чем. Ты должен ехать со мной. Where? Where? Куда? Back to the future. В будущее. Аэропорт уже готов. Итак, док, подай назад. До 88 на этой дороге не разгонишься. На дороге? Там, куда мы направляемся, дороги не нужны. Марти, Марти, посмотри, мне сделали...